В Приморском крае сотрудники полиции подвели итоги межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Межведомственная операция направлена на активизацию розыска граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также пропавших без вести. Наряду с сотрудниками полиции в ее проведении принимали участие сотрудники Федеральной службы исполнения наказания и Управления Федеральной службы судебных приставов. За период проведения операции установлено местонахождение 58 граждан, находившихся в федеральном розыске, из них четверых – скрывшихся от исполнения наказания, в том числе обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – это кража, скрывшийся от суда Краснодарского края и обнаруженный сыщиками на территории Михайловского района Приморского края. Кроме того, установлено местонахождение троих граждан, числившихся пропавшими без вести. Так, в ходе оперативно-профилактической операции сотрудниками отдела МВД России по городу Артему задержан находящийся в федеральном розыске уроженец Республики Узбекистан 1996 года рождения. Обвиняемый в подделке документов в декабре 2023 года скрылся от органов дознания. Сотрудники полиции получили информацию о том, что разыскиваемый, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, пытается выехать на родину. В результате грамотно спланированных и проведенных мероприятий совместно с коллегами из Управления МВД России по Хабаровскому краю гражданин был задержан и доставлен в отдел МВД России по городу Артему. С ним проведены необходимые следственные действия. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении фигуранту уголовного дела изменили. Мужчина заключен под стражу.